We're all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically. I think nature's imagination is so much greater than man's. She's never gonna let us relax. We live in an in-between universe where things change all right, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of nature. I'm this guy standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it. Чем занимается ваша компания? Компания T-Systems занимается разработкой программного обеспечения. То есть мы ведем проекты для крупных европейских заказчиков, для Volkswagen, для Daimler. Да, но это системы логистические, системы по закупкам, системы по учетам товаров. Если говорить о швейцарских железных дорогах, то это система расчета маршрутов. Откуда компания вообще сама? Компания сама немецкая. И вы представляете здесь, у вас есть офис в Санкт-Петербурге? Да, у нас офис в Санкт-Петербурге, и мы как раз офшорный центр разработки для немецкого T-Systems. Чем занимается ваша компания? Производит игры. Одна из самых известных игр World of Tanks. О, это вы? Ваших рук дело? Да, да. Мы в России, и Питер делает World of Warships. Проект «Кораблики» выйдет, наверное, в ближайшем будущем, скажем так. И это третья игра в серии World of. Есть World of Planes, World of Warships и World of Tanks, известный MMO-проект, который уже вышел, и больше скольки миллионов пользователей-то? Это другое направление, но там тоже весело. Вы молодежь к себе набираете в команду? Конечно. Мы очень активно занимаемся проектами стажировок и подготовкой джуниор-программистов, джуниор QA и так далее. Да. Наш средний возраст пока 24 года, так что, видимо, нанимаем. Мне кажется, к вам дорога. Ваша компания нацелена на какую аудиторию? На молодую аудиторию. Так. Вы производите? Мы занимаемся проектами в области мобильных технологий. Приложения? Приложения в том числе. На какой платформе? У нас есть iOS, Android и Windows Phone. То есть делаете абсолютно все? Мы много чего делаем, действительно. У нас очень много направлений деятельности. Сколько компании лет уже? Мы на рынке с 2001 года. А у вас много молодых специалистов? Да, достаточно. Если говорить про средний возраст сотрудника, то это 29 лет. Вот девочки работают у вас айтишниками? И девочки, и мальчики. А что это такое у вас? Это мобильный робот Мантикора. Что он делает? Он имеет, самое главное, конструкцию шестиколесную, на которую устанавливаются различные модули. Либо это камера, либо это манипулятор, который расположен здесь. Вы это сами собрали? Да, естественно, все сам собрал. Электроника, естественно, с двигателями покупная, а корпус весь полностью собранный мною. То есть можно даже видеть, что такое ручной немножко. А вы инженер? Да, я закончил кафедру робототехники. А, у вас есть специальная кафедра робототехники? Да, в этом есть такая кафедра. Что еще из роботов вы своими руками сделали? Ну, так сказать, я улучшал игрушки так чисто ради интереса и повышения опыта. То есть какие-то моменты там узнаю, какие-то идеи появляются. А так просто конструирую, что в голову придет. То есть вообще в основном интересует разный концепт, который неординарное решение. То есть шестиногих роботов все делали, коптеров все делали. А что-нибудь такое открывающееся, не знаю, летающее, не похожее на летательный аппарат, это было бы очень круто сделать. А
А вы долго вообще придумывали такую штуку из старых ламп сделать новые часы? И сколько они будут работать вообще? Быстро не сгорят? Ну, лампы работают достаточно долго. Если они не разобьются, то они могут и 10, и 20 лет проработать. А вы продаете уже такие вещи? Да, у нас вот этот вот готовый вариант, мы его продаем. Мне кажется, ребята, вы вот с этим прославитесь, я вам серьезно говорю. Богачи будут брать только так. Вот ни у кого такого нету. Я серьезно говорю, я у вас за 3 куплю, за 8 загоню. IT – это информационная технология. Здесь ищут молодые люди и не очень молодые работу в крупнейших компаниях страны. Другие ходят посмотреть на роботов, всякие презентационные материалы, презентационные технологии, которые существуют в современном мире. А мероприятие мыслится как фестиваль информационных технологий для молодых специалистов, когда каждый, кто интересуется этой сферой, от роботов до разработки софта или мастер-классов от известных предпринимателей, и даже узнать свой стартап, как это все организовать, для чего это существует, вот он должен прийти сюда, раз или два раза в год, поскольку два раза в год он проводится, либо в Питере, либо в Москве. И все узнать, что происходит, как происходит и зачем ему это нужно.